Наша команда «Лига правосудия». Наш девиз «Правосудие тяжело принять, но оно всегда восторжествует». Права человека – великая сила. О них говорят и пишут века. И будет страна в самом деле красива, когда она помнит об этих правах. Что такое права человека? Это право работать и жить. Это право в заслуженный отпуск, отдохнуть, ни о чем не тужить. Это право ходить в свою церковь, это право детишек растить. И в любую минуту запомните, это право свободными быть. У каждого человека есть свои права, которые другому нарушать нельзя. Чтобы в мире и согласии мы вместе проживать, нам нужно обязательно друг друга уважать. Каждый имеет право на счастье, не отобрать вам его в одночасье. Нужно чужие права уважать, не зазнаваться и не обижать. Мы тихонько подрастаем, никого не огорчаем, лишь болезни иногда нам мешают, как всегда. Вот нам право номер два, здесь помогут доктора. Мы имеем соцпакет, защитит у нас от бед. И ребенок инвалид, не заброшен, не забыт. Мы сотрем границы все, чтобы мир во всей красе был доступен и широк, чтоб счастливым быть он мог. Как хорошо, что есть права. Закон нас строго защищает. В нем важны нам все права. Они – великая сила.